Добрый день! Сегодня свяжем вот такие симпатичные роллы с лососем и зеленью и палочки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. У меня много быстрых и интересных видео по вязаной еде. Добрый день! Сегодня у меня я продолжаю тему вязаной игры. Это роллы вот такие. Три штучки я уже связала, я сейчас свяжу четвертый с вами. И палочки. Одну связала, одну свяжу с вами. Такой наборчик. Для этого я использую пряжу Yarnard Jeans белого цвета, светло-зеленого, такого кораллового, наверное, для вот рыбки. И черненького, и вот такой вот песочный для палочки. У меня тут я это немножко другим оттенком вязала, ну вот такой у меня тоже вот еще есть. Значит, крючок я использую номер 2, вот такой, возможно 2,2, если там других производителей. Иголочка с толстым ушком, и мне нравится с тупым концом, не с острым, чтобы прятать ниточки в середину игрушки. В середину игрушки я еще добавила холофайбер наполнитель. И здесь у меня значит, проволока, обмоточная проволока она называется. И кончики проволоки я изолировала лейкопластырем. Так, начинаем с розового. Кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. Один, два, три, четыре. 5. Теперь колечко не стягиваем, будем добавлять зеленую ниточку. Делаем вот такую петелечку. Так, сейчас показываю. Вот так. Продеваем сюда, вытягиваем рабочую нить. Такую петелечку, вставляем ниточку, чтобы ее потом завязать на изнанке, чтобы она не выскочила. Так, значит, вот у нас получается розовое, ныряем в кольцо амигуруми, спадает, вот так вот. Зеленую ниточку вытаскиваем сюда, петелечку, которую мы приготовили. Берем зеленую ниточку и довязываем столбик без накида. И вяжем еще 4 петельки зеленым цветом. 1, 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Затягиваем колечко. Вот у нас получился такой тут зелень и лосось зелень. Ну или там рыбка, да? Рыбка красная, зелень. Так, теперь берем розовую ниточку и провязываем в следующем ряду 5 столбиков без накида розовым. 1. 2, 3, 4, 5. Меняем ниточку на зеленую. Провязываем 4 наших столбика зелененьким. 1, 2.
три, четыре, вот последнюю, получается пять. Вот такая деталька получилась, я обрезала ниточки, мы потом их завяжем между собой и покрепче все затянем, чтобы дырочки здесь не было. Теперь присоединяем белую нить, это наш рис. Делаем опять петельку, как я показывала на зеленом. Вот так вот. И эту петелечку присоединяем. Получается, когда мы делали последний столбик без накида, его нужно немножко не доделать. Вот получается две, да, мы петельки вытянули, и нам остается их еще объединить в одну. Вот мы уже объединяем следующим цветом. Я так присоединяю следующий цвет, чтобы цвет. Так, и теперь в этом ряду у нас здесь 9, да, 5 столбиков розовых и 4 зеленых. Мы вяжем в этом ряду 9 прибавок. То есть каждую петельку мы вяжем по 2 беленьких наших. Два столбика без накида, вот в первую петельку, во вторую 2, еще 2, и так до конца ряда. В конце ряда у нас получится 18 петелек. Довязали ряд, у нас здесь 18 петелек в ряду. Отмечаем, берем одну из цветных ниточек, отмечаем начало ряда, и здесь у нас будут уже прибавки через один столбик. Первый столбик просто один столбик без накида. Во второй мы делаем прибавочку. То есть во вторую петельку мы провязываем 2 столбика без накида в одну петелечку. И так мы вяжем до конца ряда. Один столбик, одна прибавка. Я довязала рядочек. У меня здесь получилось... Рядочек был один столбик, одна прибавка. Получилось 27 петель. Последнюю петельку я не довязываю, потому что я перехожу опять на другой цвет. Я сделала тут петелечку такую, как в предыдущей смене цветов. И этой петелечкой завершаю столбик без накида, последний беленький. Белую нить не обрезаем. Значит, теперь мы будем вязать ряд без прибавок, убавок, но за заднюю стенку, за заднюю полупетлю. Вот полупетелечку берем. Один. Вот вторую. 2. Итак, рядочек вяжем 27 петель за заднюю полупетлю. Довязала этот рядочек, это даст нам такой бортик. Тут у нас сейчас будет такой бортик черным цветом. Значит, 3 ряда мы вяжем, отмечаем там какой-нибудь там белый, а не белый, белый у нас не обрезано, цветной ниточкой. Цветной какой-нибудь ниточкой начало ряда и вяжем просто петелька в петельку 3 ряда по 27 столбиков без накида. Мы закончили наши 3 рядочка по 27 петель, присоединили белую ниточку, черную нить можно обрезать, и теперь мы вяжем один рядочек за заднюю стенку петли белым цветом, один ряд. Просто в каждую без убавок прибавок за заднюю стеночку петли. Теперь у нас идут убавочки в обратном порядке. Значит, мы теперь делаем один столбик без накида, одна убавка. Один столбик, одна убавка за передние 2 полупетли. Продеваем как одну, провязываем через 2 и завершаем столбик без накида. Еще раз один столбик, одна убавка, одна полупетелька, вторая полупетелька, провязываем как одну и завершаем столбик без накида. Так до конца ряда. Довязала я рядок там, где была один столбик без накида, одна убавка. У нас 18 петель осталось. Нужно немножко добавить наполнителя. Я использую такой холофайбер с шариками.
он, мне кажется, наилучший из синтетических наполнителей. Наполнять ватой, тряпочками там и всем остальным не рекомендую, потому что за игрушкой нужно будет ухаживать, ее нужно будет стирать. Она сразу же от ваты будет иметь не тот вид, который нужен. И после стирки она просто испортится, и ваш труд испортится. Такие шарики, это такой холофайбер продается, ну, я его покупаю килограммами, так он продается, как бы, если вы там, ну, не продаете игрушки, вам небольшое количество нужно. Он в интернет-магазинах продается там от 200 грамм, вам там, ну, это много, 200 грамм. Вам там этих 200 грамм хватит, ну, там, или пусть 500, то есть это вообще абсолютно недорого. Я вас уверяю, что это гораздо лучше, чем набивать ватой. Ну, те, кто продают, конечно, этого не делают, я имею в виду для тех, кто вяжет для себя. Не надо тут, на этом не нужно экономить. Набивать не сильно, чтобы так было, ну, не деревянная такая игрушка, такая мягенькая, чтобы была средняя плотность набивки. Теперь следующий ряд мы делаем 9 убавок подряд. Вот, точно так же за передние полупетельки цепляемся, делаем убавочки. Одну, вторую, и так до девятой. Я сделала 9 убавочек, у меня получилась вот такая небольшая дырочка. 9 столбиков без накида у нас осталось. Обрезаю такую не сильно короткую ниточку. И дальше закрываю. Вот так вот вытягиваем, да, последнюю петельку. И дальше закрываю иголочкой. Подхватываю вот эти вот полупетельки, которые за заднюю, тоже за заднюю стеночку. Продеваю в каждую. Я иногда не в каждую продеваю, но в этом случае в каждую. За заднюю. И потом стягиваем. Сейчас покажу. И потом вот так тяну, пока дырочка не затянется. Вот. Осталась маленькая дырочка. Цепляю все вот так напротив. И закрепляю. Вот так. Прячу ниточку в середину игрушки. Ну, это судьба. Сейчас только два раза обрезаю нитку. И игрушечка готова. Чем полезна эта игрушка? Полезна для развития речи ребенка, постановки звуков. Суши, тут шипящие, роллы, буква R и L тоже, кстати. Ну, у моего сына, он просто там не выговаривал половину алфавита. Вот, и такая игрушечка, и проговаривание, как называются эти. Ну, и, конечно же, ребенок познает разнообразие еды. Он еще пока не кушает такую еду, но уже знает, что она есть. Это тоже очень классно. Вот, теперь свяжем с вами палочку. Так, теперь свяжем такую палочку. Тут две китайские палочки. Одну я уже связала. Теперь покажу, как я это делала. Значит, я взяла пряжу. Это у меня Казал Бэби Катон номер. Казал Бэби Катон песочного цвета номер 3424. Это тоже наполовину акрил, наполовину хлопок. Итак, кольцо амигуруми. Вот
Набираем 4 столбика без накида. Стягиваем колечко. Первый ряд, 4 столбика без накида. Раз, два, три, четыре. Так, я себе помогаю ручкой. Выворачиваем. Вот. В следующем ряду мы делаем там, где вам нравится, одну прибавку. Ну, допустим, в начале. Прибавка. Дальше провязываем наши 4 столбика. То есть по кругу у нас получилось 5 столбиков без накида. И дальше мы эти 5 столбиков без накида вяжем. Так, сколько сантиметров, сейчас скажу. Ну, примерно 5 сантиметров вяжем. Просто вяжем 5 столбиков без накида круговыми рядами. Ничего там ряды не считаем, 5 сантиметров. Провязали 5 сантиметров. Теперь взяли проволочку. Длиной палочки у нас будет палочка 15 сантиметров. Вот эту проволочку берем длиной 15 сантиметров и края загибаем, чтобы они острые не были, просто так загибаем по сантиметрику с помощью там плоскогубцев, например, и изолируем медицинским пластырем. Теперь один кончик вставляем сюда. Пока еще не сильно длинная палочка, еще это возможно сделать. Пластырь приклеивается. Но вы приспособитесь, у вас все получится. Вставляем, пробуем, вставился. И теперь вяжем дальше. Также дальше и вяжем просто круговыми рядами, ничего не считая. До конца уже нашей палочки. Ну, у меня палочка длиной 13 сантиметров в готовом виде. Ну, потом в конце покажу, как вязать дальше. Ну, вернее, там закрыть просто нужно. Так, я довязала 13 сантиметров, уже обвязала эту проволочку. Значит, осталось закрыть. Вот отверстие тут осталось. Можно сделать, ну, я сделала, да, одну убавочку на предыдущей палочке, вот так за две стеночки, и сюда вот этим соединительным столбиком сразу вытягиваю. Вот так обрезаю ниточку, не длинную, чтобы иголкой было удобно заправить. Вытаскиваю нитку, заправляю в иголку. И тут подцепляю вот напротив, господи, как она там, петелька напротив. И закрепляю. Продеваю, прячу ниточку в середину. Тут, получается, мешает лейкопластырь. Приклеивается, который мы заизолировали. Вот сюда ниточку прячу. Обрезаю. Вот, получился такой замечательный наборчик. У меня 4 штучки. Вот так он вблизи выглядит. Роллы. И палочки, которыми можно это все кушать. Значит, во-первых, можно поиграть с детками, получается, потренироваться
брать этими палочками, будет интересно. На счет, опять же, можно этих роликов сделать там больше, счет поучить. И может какие-то фигурки смешные делать. Из, ну, вот у них тоже так, ну, как бы будет интересно развивать воображение деток. Вот такой наборчик. Спасибо, что вязали со мной.